С сентября 2023 года по апрель 2024 года 5 городов Кузбасса предоставят площадки для творческих встреч с известными писателями России. Читатели получат уникальную возможность познакомиться с авторами из Калуги, Донецка, Кемерово, Москвы, Волгограда, Мурманска и Кронштадта. Проект подали фонд, президентский фонд культурных инициатив. И буквально 4 дня назад мы получили поддержку. И этот проект будет реализовываться с сентября по апрель в 5 городах Кузбасса. А какие же гости приедут к нам, писатели? Это Инна Теплова, Калуга. Это Анна Ревякина, Донецк. Дмитрий Коржов, Мурманск. Никита Самохин, Волгоград. Дмитрий Мурзин, Кемерово. Елена Усачева, Москва. И Даниэль Орлов, Кронштадт. Организаторы планируют собрать в едином пространстве людей, близких по духу, чтобы дать им возможность транслировать вечные ценности русской культуры. Цель проекта – повысить интерес к современной литературе. Когда мы реализовывали литературно-социальный проект «На честном слове» при поддержке Министерства культуры Кузбасса и Кузбасского центра искусства, возникла необходимость, что именно в малых городах Кузбасса нужно встряхнуть литературный процесс, разбудить читателя, повысить интерес к чтению. И возникла идея литературного проекта «Писатель в маленьком городе». Согласно проекту, писатель будет приезжать на 3 дня в Кузбасс и за это время объезжать разные города нашей области. В работе задействована большая творческая команда. Кроме самого автора проекта Дмитрия Филипенко, в нее входят Антонида Смолина, Оксана Рокова, Александра Коржова, Ольга Телегина, Анна Алехина и коллектив учреждений культуры, где будут проходить литературные встречи. Елена Беляева, Василий Обухов, Реалининск.